и его друзья. Сурикат – великий изобретатель. Тяжелая книжка. А что делать? Она ни в одну сумку не влезет. Братишка, не понимаю, как только Руди носил ее с собой. Это значит, она шибко важная. И он носил ее с собой независимо от веса. Вы же видели, Руди все делал с этой удивительной книжкой. Да. Что ж, братишки, теперь она в наших руках. И мы можем сделать все, что только захотим. Это дождик! Что же делать? Ха-ха-ха! Не о чем волноваться! Хороший шанс использовать эту книжку! Так-то... Вот-вот, я нашел! Братишка, ты гений! Конечно! Ну как вам? Чудесно! Теперь ты изобретатель! О, спасибо большое! Давайте убираться отсюда, пока не появился Юху с друзьями. Ладно! За мной! О, дождь кончился. Я очень надеюсь, что сурикаты недалеко ушли. Думаешь, мы сможем вернуть энциклопедию? Руди, только не волнуйся. Ребята, сурикаты же не умеют с ней обращаться. А вдруг они ее случайно потеряют? Да, если они не знают, как нести энциклопедию, им будет очень тяжело. Ты только представь себе, через лес с тяжелой ношей и под дождем. А я хочу есть. Братишка, может, мы поищем еду? Зачем искать? На деревьях полно фруктов. Фруктов? Но фрукты, они так высоко висят! Ну и что? У нас же есть энциклопедия! Нам нужно вот это! Ну, вот и готово! Ого! Так, братишки, ну-ка попробуйте! Ну, брат, как там дела наверху? Ч-
чуть-чуть повыше. Еще чуть-чуть. Вот так? Да, один есть. Я же говорил, энциклопедия все может. Меня уже можно спускать. Нашел еще один. Хорошо. Эй, у меня опять родилась идея. Может, сделаем сумку для семян по энциклопедии? Сумку для семян? Тогда мы прямиком попадем прямо в Ютопию, не разыскивая зеленые семена. Братишка, ты гениален. Юху и его друзья, наверное, об этом и не думали. Но просто я несколько умнее, чем они. Конечно! Братья, минутку! Что? Вы ничего не слышали? Чего? Они недалеко, где-то рядом! Это Юху с друзьями, надо уходить! Ребята, смотрите, здесь, кажется, были сурикаты. Думаю, они только что ушли. Ну что ж, хорошо, мы их быстро догоним. Друзья, следы ведут сюда. Тут только одни деревья. А может, мы пропустили поворот? Так, сейчас посмотрим, что нам делать. Что это за картинка? Это оно! И как это поможет? Я не знаю. Я знаю, что нам нужно. Ну что там? Ну... Погодите, нет, не это. На самом деле нам нужно... это. Штука, похожая на лестницу. Что думаете? Лестница? А? Да. Брат, видишь что-нибудь? Чуть правее. Нет, чуть левее. Да что вы делаете? Кажется, нашел. Братья, нам туда. Энциклопедия лучше всех. Должно быть сюда. Что это? Друзья, они уходят. Бежим, скорей. Эти сурикаты быстрые. Надо поймать их. Сейчас. Тут обрыв, брат. Ой, ну и что же нам делать? Не волнуйтесь. Да, я знаю, что делать. Я боюсь. Все хорошо, верь мне. Вот так. Друзья, они преодолели обрыв. С помощью этого? Но как же они добрались до того края? Это невозможно. Они наверняка врезались в скалу. Эй, я вижу сурикатов! Где мы? Внезапно настала ночь! Посмотрю первым! Друзья, это и правда сурикаты. Руди, а как ты думаешь, мы сможем туда добраться?
Просто надо подогнать эту часть получше, а эту часть удлинить. А разве ты починишь без энциклопедии? Это совсем не сложно, только не волнуйся. Вперед, Руди! Почини! Почини! Друзья, предоставьте это мне! Братишки, не пойму, где это мы? Братья, придется быстро карабкаться! Это точно! Мы спасены! Верните нам энциклопедию! Это вы? Как вы попали сюда раньше нас? Пока вы висели на скале, мы починили катапульту и легко и приятно долетели. Если энциклопедия у тебя, ты еще не изобретатель. Лжец, ты нас не надуешь! Солнце не в нашу пользу, бежим отсюда! Верните Руди его книгу немедленно! Не вернем никогда! Сейчас вы об этом пожалеете. Отдай! Не понимаю, что этот сурикат пытается сделать. Это! Видите, теперь у нас своя сумка для семян. Выглядит совсем как настоящая. Что это они сделали? Я не уверен. Нам больше не нужна ваша энциклопедия. Братья, мы отправляемся в Ютопию. Наконец-то! Руди, вот твоя энциклопедия! Спасибо, Йоху. Прости, моя хорошая, я больше тебя не потеряю. Зачем они залезли в эту сумку? Мы уже на месте! Еще пару минут и все будет! Я нашел! Сурикаты сделали себе бездонную сумку. Она хороша для переноски тяжестей, но боюсь, что они сами себя там заперли. Только ты умеешь пользоваться энциклопедией, Руди. Да, энциклопедия — это еще не все. Эта сумка откроется через несколько часов. Давайте оставим их там в наказание. Раз с этим разобрались, поищем следующее зеленое семечко. Выпустите нас, помогите! У меня есть лучший друг.